Приближается автомобиль. Продолжать слежение. Сегодня мы вновь восстанем, как единая нация, перед лицом предательства и коррупции. В этой миссии мы будем из глаз президента Аль-Фулани, одной из арабских республик, наблюдать за всем происходящим в его стране. Мы все доверились этому человеку, чтобы он привел наш великий народ к процветанию. Какой-то голос там орет. Почему нет титров на то, что вот он сейчас сказал? Это, кстати, Захаев. Сын Имрана Захаева. А с ним мы еще познакомимся. Но как и наши монархи до революции, он вступил в сговор с Западом, преследуя только свои личные интересы. Ну, не исключено, конечно, что этот президент не из лучших. Блин, его убили. Гражданского. Что творится вообще? Такие сговоры порождают рабство, а мы никому не позволим сделать нас рабами. Пипец вообще. В мире, значит, все нормально, говорилось вначале. Ладно уж, я про Россию не буду говорить. Кстати, дорогие друзья, не обращайте внимания, что русские здесь опять плохие. Пришло время показать, на что мы способны. Они недооценивают нашу решимость. Покажем им, что мы их не боимся. Плохие русские — это уже канон, кстати. Мы единый народ, и мы освободим... Что-то там не успел прочитать, прошу прощения. Он все равно там бред несет. Так что обижаться на плохих русских не стоит. Это игра. Наши войска сильны, наше дело правое. Уже в этот самый момент наши войска приближаются к своей цели. Так мы восстановим независимость некогда великой нации. О, собачка. Священная война началась. Блин. Да, не позавидуешь этому президенту. А вот и Захаев. Как они разрушили нашу страну, так и мы разрушим их. Это про американцев, видимо, речь идет. Вот так все и начинается.
террорюга обычный. Капитан Прайс, Аль-Асад только что казнил президента Аль-Фулани в прямом эфире Центрального канала. У американцев свои планы насчет Аль-Асада. Аль-Фулани уже ничем не поможешь. Менее чем через 3 часа в России будет казнен объект под кодовым именем Николай. Николай? Николай наш шпион в лагере сепаратистов. Именно он передал нам данные перед десантной операцией. Николай сейчас в аду. Проводим его. Мы позаботимся о наших друзьях. Уходим. Лоялисты ждут нас в полукилометре к северу. Выходим. Лоялисты, да? Это кто, хорошие русские или плохие русские? Ну, открывать огонь при виде нас они не станут. Если ты об этом. Я не против, сэр. Ну ладно, хоть хорошие русские здесь тоже есть. Огонь по усмотрению! Минус противник. Идем дальше. Так, там вот еще в сарайке кто-то есть. Отлично. Впереди будут еще патрульные пункты. Комаров со своими людьми будет ждать нас в поле на северо-западе. Хотя точное время и место вторжения сил США не разглашается, по причине... О, в эту республику уже вторгаются силы США. Так, вы где? Идем. Нас что, трое все? Сол, установи мины у двери, а затем привлеки их внимание. Ну давай протестим гранатки. Так, ты расселся тут, значит, да? Минус один. Цель нейтрализована. Минус 3 получается. Цель нейтрализована. Ну высунь свою башку. О. Спокойной ночи. Так, тут все чисто, идем дальше. А сколько у нас, кстати, разведданных-то здесь? 2, одну мы уже нашли. Два, вернее. 2 ноутбука. Так, а это у нас... Ты чуешь газ? Да, Комаров. Где? Добро пожаловать в новую Россию, капитан Прайс. Где цель, Комаров? Мы должны разыскать информатора. Сепаратисты вывели БМ-21 с другой стороны холма. Они уже уничтожили сотни мирных жителей в той долине. Не так быстро. Помнишь Бейрут? Похоже, я твой должник. Еще бы, черт возьми. Что-то Комаров изменился. В обычной версии он не такой, по-моему, был. И вроде а лето, подходи, они почему-то в ушанках. По моему сигналу. В зимних шапках, в общем. Сюда. Отсюда ваши снайперы смогут прикрыть моих ребят. Нормально так лупит. Снайперская группа на позиции. Газ, вы прикроете левый фланг. Вас понял, прикрою левый фланг.
Соуп, бери снайперку. Всем отрядам приступать к штурму. Ну давай попробуем. Соуп, нейтрализуй пулеметчиков в окнах, чтобы люди Комарова могли приступить к штурму. Я уже его нейтрализовал, чудо. Ваши кони тихо ходят. Не говорил о вертолетах, Комаров. Действительно. Быстрее, Комаров. Мне нужен этот шпион. Тебе не так, идем успокоить. Дальше. Нам нужен шпион. Уничтожим БМ-21 и прорвемся напрямую к этому твоему шпиону. Доложите обстановку. Сколько еще времени тебе нужно? Я их задержу. Сэр, может просто выбить из него всю информацию? Пока нет. Конечно, так прям пренебрежительно они к русским относятся. Сэр, у нас гости. Приближаются вертолеты. Так, тут нас заставляют гранатомет использовать. Давай попробуем. Хорош. Вообще нормально. Подорвался нахрен. Ну что, с гранатометами на меня бегут, что ли? Так, а здесь что, вот эта дебильная схема, что они будут вечно бежать? Да, походу так и есть. Поэтому придется наступать. Тут чисто, да? Блин, я не туда подошел. Прикрывать же надо, что-то я вступил слегка. Давай еще раз поможем Комарову. Не вижу, где пулеметчики-то есть. А, вот же, ни хрена себе. Блин, ну вот эту машину я, конечно, не завалю. Так, люди Комарова пробрались. Отлично. Хоть какой-то успех. Теперь за мной к электростанции. Идем. Кто-то для нас тут уже, конечно, веревку приготовил. Все. Начался окончательный штурм. Если твои сна... Довольно! Где этот шпион? Ты что делаешь? С ума сошел? Где он? Кем себя возомнил? В доме. В доме на северо-восточном краю деревни. Не так уж сложно было, правда? А теперь в угол. Соу, Газ, мы должны добраться до того дома, прежде чем со шпионом что-то случится. Вперед!
Блин, прости, чувак, я бы тебе помог. Вы справитесь. Ничего себе. Блин, пулеметчик неубиваемый. Так, нам нужно пробраться через тот дом. По открытой местности явно идти не вариант. Живой он или нет? Уже нет. Давай, газ, давай-ка ты теперь первый. Вали. Прикройте! Так, это свои? Это не свои. Ой, дай пройти. Все, вперед. Люди Комарова нам тут уже помогают. Надеюсь, Николай еще жив. Газ, обойди здание, отключи электричество. Соб, за мной. Так, а где ты? А, вот. Ну давай, Прайс, каков план? Не сказал мне, что надо прибор ночного видения одевать. Ну, я хорошо, что Виктор, я сам знаю об этом. Электричество отрубили. Прибор ночного видения сильно облегчит задачу. Да ладно. Нейтрализуй их по-тихому. Саша, ты там? Блин, я его не заметил, Прайс, спасибо. Так, вот он, Николай. О, а тут у нас разведданные, замечательно. Блин, чуть не грохнул меня, козел. Что вам нужно? Кто вы? Спецназ? Это он! Николай, ты в порядке? Идти сможешь? Да. Я и воевать смогу. Орлан говорит Б-6. Спасибо, что вытащили меня. Посылку забрали. Встречаемся на зоне посадки. Прием! Б-6, на связи Орлан. Мы в пути, конец связи. Пошли! Пошли! Так, вон вертолет, все, уходим. Комаров, удачи тебе.
атаковали Аль-Асада! Нет, вторжение начинается через несколько часов! Американцы ошибаются! Им ни за что не взять Аль-Асада живым!